Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, и я рад вас видеть на канале Велон. Сейчас у нас уже лето подходит к концу, и к нам в Беларусь приезжают классные велосипеды. Потихонечку, помаленечку, но они приезжают. И в 2023 году, в августе, к нам попал классный велосипед от компании Specialized. Да, каким-то чудом у нас получилось взять этот велосипед и привезти его для клиента. И я сделаю незапланированный быстрый обзор. Сейчас мы его распакуем, соберем и покажем, что он из себя представляет. Давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит. Мы только что его достали из коробки. То есть все честно, все по-заводскому, Specialized. Вилочка упакована, сиденье, наборничек, все вместе. Покрышечки классные, фаст-трак. Сейчас мы будем потихонечку собирать и посмотрим в 2023 году, как выглядит велосипед от компании Specialized, а модель называется Rockhopper Comp. Итак, в этом деле мне поможет напарник, его зовут Дмитрий. Привет. Он распакует единственный витебский велосипед от компании Specialized 2023 года. Новенький. Новенький. Давай начнем. Аккуратно. Это нежнее, Дмитрий, еще нежнее. То есть, ну, выглядит он классно. Похожие цвета уже были у рок-хопперов. Но потихоньку, когда, да, велосипедов этих у нас давно уже не было, даже немножко соскучились по сборке хороших, классных великов. Видите, просто спеш, просто красота. Все упаковано классненько, никаких нюансов, царапин, ничего нету. Да, вот такой красавец приехал к нам в Беларусь. Честно, очень скучали по данным велосипедам. Ну и давайте бегло пробежимся, посмотрим, что он из себя представляет. Классическая рама от компании Specialized, то есть без изменений, без всего. Вилочка Santour стоит. Хорошая рабочая вилка. В 2023 году она уже даже стала классной с нынешними ценами. Поставили хорошие тормоза от компании SRAM, они сюда, то есть, ну, толковые тормоза, тормозить будут классно. Удобные грипсы, все как они любят, хорошее анатомическое сиденье от компании Спеш. Идем дальше, кареточка здесь под квадрат, звезда, одна система, то есть максимально все просто. Ну и задний переключатель, сюда уже поставили Microshift Advanced. То же самое касается и кассеты, 11 на 42 зуба. В принципе, пока мы продавали велосипеды с таким навесным, и проблем ни у кого не было. Что касается, поставили они сюда классные свои покрышки, то есть на этих покрышках будете кататься долго и счастливо. Обода свои фирменные, то есть с этим вопросов у вас никогда не возникнет. Ну, клевые, красивые цвета, внутренняя проводочка тросов, катапотики, звоночек, ну, палки, руль, вот это все у них стоит классное, удобное, ну, относительно красивое. То есть хороший, классный велосипед по адекватной цене. Что касается цены на данного велосипед, открываете сайт производителя, Спеш, смотрится цену в евро и переводите на свою валюту. Что еще хочется добавить, когда вот этот велосипед мы собирали, конечно, если сравнить сильвербеки, кроссы и Спеш, Спеш однозначно лучше. Его значительно приятнее собирать, то есть вот эти все моменты уделения всем-всем-всем мелочам производителя очень сильно чувствуется, особенно при сборке. Ну и как практика показывает, если сесть и прокатиться на данный велосипед, то едет он значительно приятнее, чем тот же аналогичный велосипед там от компании Cross или Silverback. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, если что-то будет интересно, я обязательно буду снимать. Сейчас уже, в этот раз у меня появится немножко больше времени. Если будут интересные велосипеды, будем снимать на них обзоры. Всем пока!